Поэт Альфред де Мюссе происходил из древнего дворянского рода. И не божьим ли провидением явлено, что у Мюссе, ярчайшего представителя романтизма, один из предков был женат на Кассандре, главной музе другого выдающегося поэта Рансара. Несчастная любовь, поиск идеала, мечты и жестокая реальность с ранней молодости были предметами творчества де Мюссе. Он был отмечен Пушкиным, был близким другом Жорж Санд. Сама же французская поэзия приобрела в лице Мюссе неутомимого искателя духовной истины. В 1836 году вышел роман писателя «Исповедь сына века». В нем он рисует нам главную болезнь своего времени – утрату веры в Бога. Октав, главный герой романа, веру эту теряет, но вновь обретает ее. В самый чудовищный свой момент Октав видит на груди возлюбленной нательный крест. Его рука с кинжалом останавливается. «Господи, ты был тут? Ты спас безбожника от преступления? Нас тоже приводят к тебе страдания, и лишь в терновом венце мы приходим поклониться твоему изображению», — пишет Мюссе в конце романа. Мюссе умер во сне в Париже 2 мая 1857 года. Могила романтического литератора находится на кладбище Пер-Лашес.